Всем привет! 25 августа, суббота. Ой, уже поздний вечер, где-то 10:30. Вот увидела луну опять. Вот только что сквозь тучи ее так было видно. Сквозь тучи так эта луна просвечивалась. Такое что-то было, такое мистическое зрелище. А вот сейчас она все-таки далеко, эта луна, над домом. Походу, сегодня полнолуние. Вот. А мне что-то не спится. Смотрела кино по каналу «Культура», «Кин-дза-дза». Я его никогда полностью не смотрела, всегда отрывками. Сегодня почти полностью посмотрела. Где-то с середины первой серии до конца. Потом по первой там что-то было, концерт какой-то. Ой, вчера был концерт Константин Меладзе, там где-то в Баку. А сегодня там еще что-то я смотрела по первой. Ну так интересно тоже. Там у этого Галкина собрались певцы там всякие, в которые были в 90-е популярные. Так, посмотрела немножко, сейчас выключила. Осточертела мне все, сейчас спать лягу. Просто вот увидела луну, решила снять. Вот когда она так вот сквозь черные тучи просвечивается, как в триллере в каком-то, так как-то необычно. Там тучи ходят мимо луны. Ну, наверное, на... не будет видно на видео. Тем более я снимаю... Ой, господи, обзевалась. Тем более я снимаю на фотоаппарат, а не на телефон. На телефоне давно уже места нет. А мне еще 5 дней здесь жить. На 6-й поеду. Завтра воскресенье. Как-нибудь перекантуюсь. Завтра никуда не поеду. Сегодня ездила к родственникам в Приютово. Опять там со всеми увиделась. Опять там подарки кое-какие отвезла. Завтра я в воскресенье, я в Белебее буду. Ну, не знаю. Ну, с утра схожу погуляю. Может, на рынок схожу. На базар, так сказать. Ой, а потом вечерком, может, еще погуляю по городу. Купила себе толстовку, тут на днях холодно было. Сегодня вроде потеплело чуть-чуть. А, ну в Приютово я ездила сегодня в теплой куртке. Кстати, не зря одела, такой ветерок был прохладненький с утра. А к вечеру потеплело. Я уже в другой куртке, в легкой гуляла, ветровке. Ну погода так меняется, то тепло, то холодно. Но такой жары уже нет, вот когда я приехала. На второй день я тут в сарафанчике гуляла по городу. Или на третий день, наверное, в среду. Ну, воскресенье завтра пройдет. И останется мне 4 дня здесь полных таких. Я еще 2 раза съезжу в Приютово к родственникам. В понедельник поеду и в среду. А в четверг буду собираться, а в пятницу у меня поезд. В четверг буду шмотки свои собирать, сумки упаковывать. Ну, это ближе к вечеру уже. Вот. Наверное, ничего не видно, то, что я снимаю в окно. Тут вот красивые такие фонари, деревца такие синенькие. Вот там одно деревце красненькое. Ну, из лампочек такие красивые деревца. Только очень маленькие какие-то. Луна такая красивая. Но мне кажется, на видео все это будет не так красиво. Во-первых, надо, наверное, как-то все это немножко приблизить. Я на телефоне-то не знаю, как это сделать, а на фотоаппарате тем более. Хотя на фотоаппарате я, кажется, вспомнила, как приближать. Тут очень просто все. Сейчас попробую. О! О!
Только яркости нет, четкости. Вон, пошло назад. Пошло приближение. Вот. Вот деревце. Я говорила, деревце такое синенькое. Там еще красненькое есть, но далеко. Вот деревце приблизило. Сейчас назад поедем. Вот так. Только... Блин. Вспомнила, как я это делаю. Ладно, всем пока.